Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на концерте учебных хоров музыкальной школы имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Сегодня перед вами выступят учебные хоры 2 и 4 курса, а также камерный хор «Верналис», художественный руководитель Ольга Зиновьева, хормейстер Роман Тулин. Итак, перед вами выступает смешанный учебный хор 2 курса. Александр Львович Курилев. Внутренняя музыка. Переложение Роман Тулин. Тебя, что бедность, что власть, все зыбко, подобно льду. Солнце
Oh.
перед вами выступит камерный хор «Верналис». Художественный руководитель Ольга Зиновьева, хормейстер Роман Тур. Сергей Танеев. «Посмотри, какая мгла». Печальная волна цветов среди полей. Их аромат, напомнив приостановку на кончике ресниц и встречу взглядов с грустью, и свободный день на свету незаметно растворился. Их цветение может напомнить улыбку. Цветы распускаются, цветы играют, кружатся в воздухе они. Душа цветов, возможно, похожа на страстную жизнь свежей любви. Шелковый рассказ, раздавшийся эхом, став мифом весны. Цветы распускаются, цветы порхают. Они откликнулись на чистый свет и ослепительно вспыхнули. Цветы, цветы, цветы. Перевод Никита Зверев. Oh.
песни в обработке Дмитрия Шостаковича «Как меня Младу Младюшеньку». Дорогие друзья, наш концерт окончен.